Готов ехать домой? Я с 13 лет не был дома. Тебе нужен какой-никакой круг общения. Это тоже важная часть твоего УДО. Робин! Я слышал, тут кто-то утонул. Все говорят, он покончил с собой, но я точно знаю, это было не самоубийство. Он был с Николаем Йортом и его бандой. Ты готов? Готов! А как насчет твоего братства? Мне можно в него? Удачи. Мы просто группа парней, которые пытаются стать лучшей версией себя. Брат — это тот, кто плачет, смеется и проливает с тобой кровь. Расскажи мне, что случилось той ночью! Никто не должен об этом узнать.